Привет всем! Приобрел вот такой тройник с блоком зарядки. На мой взгляд, у него есть небольшой недостаток. Вот эта кнопка включения-выключения отключает не только питание на зарядный блок, но и отключает розеточные гнезда. Обычно в тройниках такого не бывает. И устранить эту проблему довольно просто. Нужно раскрутить вот эти 4 винта, разобрать этот блок и перепаять всего два провода. Сейчас я покажу, какие. Вот здесь на кнопку идут два провода. Я их просто перепаял местами. То есть изначально красный был с этой стороны, черный с этой. Перепаял их местами. И теперь кнопка отключает именно вот этот зарядный блок, не касаясь вот этих розеточных гнезд. То есть розеточные гнезда работают постоянно напрямую. Вот сейчас у меня включена гирлянда от розетки тройника. И отдельно кнопка вот включаю. Показывает, что появилось питание на блоке зарядки. Нажимаем. Теперь через какое-то время питание уже снято, светодиод погаснет, а розетки работают отдельно.